Не хватает мне хорошего платьица, дайте мне. Хорошее розовое платьице со звездочками. Я буду был милым фоксянчиком идти убивать охранника. Да? Всем море привет, друзья и гости, конечно же, канала моего Нептун, это я. У нас здесь горяченькое обновление. Вышло буквально сегодня, буквально часика три назад, но видео выйдет завтра, ну, для вас уже сегодня. Значит, обновление будет уже, наверное, ну, ему будет почти день, и, наверное, многие из вас в него поиграют, но все равно мы будем это дело обозревать сегодня новых аниматроников. И да... Разработчик наконец-то выпустил оставшихся двух аниматроников Sister Location, это Ennard и Funtime Foxy. Так, давайте мы на них посмотрим. Та-дам! Да, появились новые две модельки. Итак, Ennard. Вау! Какой, блин, он красавчик. Клик аббатон. Так, подождите. Какую нужно... кликнуть какую клавишу, чтобы получить больше инфы? Странно. Ладно, допустим, можно убрать пока это дело и повертеть нашего Ennard. Сегодня мы, скорее всего, в серии будем смотреть на Ennard, а в следующий будем смотреть на второго аниматроника. Блин, у него очень классная моделька. Шикарнейшая. Так, обратно. Так, подождите, давайте теперь я вам Funtime Foxy покажем. Опа, 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 все. Ну да. Фокси красивый. Как вы, наверное, все-таки знаете, все же Funtime Foxy это парень, да? Несмотря на его внешний облик. Так что они делают? Претенд? Чардж? Претенд. То есть притворство? То есть Ennard может притворяться кем-то или как-то. А Фокси типа зарядка? Нажмите Z, чтобы зарядить себя. Чардж, зарядка, зарядить. Ладно, посмотрим, как это дело будет работать на деле. А еще здесь музыка появилась, нет? 10 из 10. То есть музыки новый кассет нет. Печалька. Давайте посмотрим новинки. Кстати, вы заметили, что здесь поменялась, опять же, менюшка? Теперь плейбенд наверху. Хотя раньше были по центру, да? Музыка, новости и так далее тоже были наверху. А логотип был тоже где-то выше, только с правой стороны. Или по центру, я уже не помню. Ну, короче, здесь опять все поменялось. Разработчик перелопачивает менюшку, меняет активные зоны, логотип и прочее. По-разному, в зависимости, видимо, от каждой новой версии. Ну ладно, давайте посмотрим новинки. Итак, добро пожаловать в версию 2.0.8. Changelog. Ну вот, добавили Ennard и Funtime Foxy. Также отремонтировали какие-то штуки в игре. Видим, какие-то вещи плохо работали, баги и прочее. Добавлено немножко больше разных декораций. Это хорошо. Также изменилась загрузка аниматроников для всех аниматроников Sister Location. Также добавлены какие-то другие вещи в игру. Будем дело проверять. Это, кстати, хороший повод нам побегать по всем частям и посмотреть, что же там новенького появилось. Так. А, подождите, все-таки мы сегодня будем играть именно за Фокси. Ennard, видимо, потом будем смотреть, потому что он по сюжету последний идет. И он дороже стоит. Так, 130 фаст коин монет нужно. У меня всего 83. Так, наверху ничего не поменялось. По разным режимам. Так, пиццерия симулятор. Ultimate Custom Night. Help Wanted. Funmade Games. Все осталось так же. Это хорошо. Значит, пока будем бегать за Фокси, открываем FNAF 1 и поглядим, что же там такого поменялось. Разработчик, как я понял, он утверждает, что здесь в разных FNAF частях поменялись декорации, какие-то вещи были добавлены, либо изменены. Так. Ну что, что-нибудь изменилось? Вроде бы все так же. Что-то я, правда, монеток почти не наблюдаю. Дверь на кухню не открыта. Здесь полки пустые. Хотя, по идее, должны быть призы или что-то типа того.
Так, в туалете вроде тоже ничего не поменялось. Зайти в туалет по-прежнему нельзя. Меня напрягает, что здесь нет монет. Где все монетки? Так, Чиков, Фредди, Бонни все так же. Бонни опять же без гитары. Видимо, надоело ему играть. Че это такое? А, боже. У него камера была включена. Я думал, что там за невидимая стенка. Все, забываю. Эту фишку так. Голова аниматроников. Вроде бы все осталось на своих местах, да? Так, в кладовке вроде бы ничего и не поменялось, да? Стаканчик был фиолетовый? Или нет? Так, ладно, понятно. Дай мне выйти, чувак. Да он запарился смотреть на свой планшет тупой. Дай выйти-то мне. Чё с ним не так? Так, окей. Давайте посмотрим на FNAF 2. Что там поменялось? Ну, вроде бы на первый взгляд... Все так же. Подарки, булумбой. Монеты дают с монеток. Довольно приятно, по 10 штук. Ну, там еще есть монеты. Сколько ты мне дашь? 5, ну, нормально. 15. Так. Ну, реально, на первый взгляд, вроде ничего не поменялось. Во второй части FNAF, опять же. Что там за новые декорации у него там... Блин, написано, может, какие-нибудь плакатики? Я просто не помню все плакаты на стенах. Но что-то он явно поменял. Так, здесь. Бухой Фредди все так же лежит. Подозрительного аниматроника в темноте больше нет. Бонни и Чика спят. Шарики, подарки, колпачки. Всячие звездочки. Столы, ну все, вроде бы в порядке. Эй, чувак, я к тебе в гости пришел. Но опять же, ничего не поменялось. Ну, еще глянем за спрингтрапа. Загрузка у него такая же осталась. Блин, не успел начать, меня уже хеллоу делают. Так, так, тихо, тихо, тихо. Я вот пришел отсюда, еле спал. Может, плакаты понавешали? Реально, как будто... Там просто плакаты понавесили на стенах. И типа, вот вам декорации новые, да? А я не помню, какие плакаты были до этого, какие стали после этого. Мне, чтобы разработчику, знаете, типа, сделать какие-нибудь скрины до и после, да? Чтобы я отчетливо понимал, что там, блин, поменялось. Оу, кукусики! Хватит в своем тупом планшете сидеть, чувак. Я сейчас приду к тебе. Жопу эти пару. Эх, черт. Опять нажал вперед и типа, ну, поняли, да? Так, сейчас плюштрап тебе покажет. Пошел, фас. Фас. Ку-ку. И Булумбой тебе не поможет. Реально, ничего нового здесь вроде как не было. Это подозрительно, подозрительно. Окей, я насобирал монет. FNAF 4 изменения там. Будем проверять уже потом. В следующей, видимо, серии. Итак, давайте купим Funtime Foxy. У нее способность... Ой, вру, у него. Извиняюсь. Не кидайте тапками. Значит, у него способность... Какая-то зарядка. Ну, давайте. И причем новая должна быть менюшка загрузки. Ого. Ох, ни хрена! А где, подождите, менюшка? Я думал, это какой-то ролик. Эй! А где, типа... Чик-чик-чик-чик-чик, загрузка Windows, система Neptune, версии Funtime Foxy. Вот, типа-то этого где? Где это? Так, ну что, посмотрим. По-моему, стал проводов больше, да? Может, за них, типа, Энерд передвигается по этим проводам? Так, подожди, что она может делать? Присесть? Прыгать? Нет. Так, лапки. Опа, опа. Интересная анимация ног. Она сгибает коленки. Точнее, он. Боже, почему я говорю все время «она»? Мне всегда казалось, что Funtime Foxy — это девчонка. Поэтому я уже привык. Смотри, как он руки делает.
Знаете, как девочка в платьице, как будто... Не хватает мне хорошего платьица, дайте мне. Хорошее розовое платьице со звездочками. Я буду был милым фоксянчиком идти убивать охранника. Да? Так, тихо. Здорово, мужик, как дела? Вау! Это не культурно. У меня перед мордой запирать двери. Я тебя могу и покусать. Так. Надо посмотреть на скримак. Фоксяны? Так, тихо. Привет, Фредди. Ого! Подожди, а вот этого, по-моему, раньше не было. Я не помню, чтобы у него глаза светились. Вот реально, вот этого я не помню. Может быть, и светились, но выглядит довольно круто. Так, тихо. Тихо, говорю. Да, я же не палился. Реально, я не палился. Я красавчиком был. Так, а в бухте у Фокси есть что-нибудь секретное? Помните, в первой части у Фоксяна там в бухте кассета лежала? Так, уже полтретьего, между прочим. Так. Актив. Здорово. Сейчас тебя убью. Фига? Голос-то какой? Голос, блин, женский, по-моему, нет? Не серьезно, по-моему, голос женский. Вот думайте, что хотите, но это был женский голос, как будто. Ну, мне понравилось. Так, монетки надо собирать. Что это за ящик? Он был раньше здесь. Это не ящик. А, это баллоны. Какие-то баллоны наши. Ух, нифига монеток. Здесь две, и с другой стороны еще есть одна. Надо их пособирать. А сейчас можно заодно проверить. Опа. А вы заметили? Когда я на него смотрел, у меня появлялось больше шума на экране. И, по-моему, он даже немножко черно-белый становился. Это реально так работает? Погодите. Давайте проверим. Сейчас только монетку заберу. Так, тихо. Актив, да? Да вроде нет. Камера без изменений. Ну, по-моему, показалось, что что-то менялось. Так, ладно. Давайте проверим, что это за... З. Воу! Ни хрена, он реактивный! Это и есть чардж. Это не зарядка, это типа какой-то рывок, толчок такой. Помните, также действовал чарджер из Left 4 Dead 2? Хрена она разогнала. Блин, не она, он, окей. Он разогнался. Слушайте, а может так смести кого-нибудь на своем пути? Круто. Так. Сейчас хочу проверить внешний облик Эннерда и Бэйби. Вообще? Загрузка, говорят, поменялась у всех этих аниматроников, но почему? Да, кстати, смотрите, глаза стали светиться. Вот раньше вроде как они не светились. Эннерд разноцветный и красивый. Привет, бро. Я залезу в тебя башку и... Вот так можно залезть. Так. Чисто в теории могу смотреть сквозь стенку. Немножечко. Да, можно вон сквозь текстуру посмотреть. На эти бездомные ямы. Бездомные, да? Бездонные. Ну-ка. Во, можно охранника палить. А также искать разные секреты. Секретные комнаты и двери. Но здесь вроде как ничего нет. Блин, почему такой фишки нет в первой части? Помните, там за стенкой? Там была дыра. Там явно что-то происходит. Так. Ну, просто пустота. Хотя, смотрите, вон наверху, там какой-то квадрат. Вон, посмотрите, реально, там какая-то комната есть. Секретная комната. Туда, видимо, можно попасть как-то через... Ну, при помощи читов. Реально, там какая-то черная комната есть. Хм. Я иду! Я пробегал! Я мимо пробежал и взорвался!
You lose. Персонаж белый квадратик. Нормально. Так, давайте проверим загрузку остальных аниматроников. Play. Допустим, Baby. Ну-ка. О! Разряд тока? Реально? Поменялось, то есть теперь не будет загрузки обычной, знаете, типа... Вот такого не будет. Теперь они просыпаются просто, потому что там удар током. Да. Платьишко, какое милое, красивое красное платьишко. Да? Я, блин, вам покажу. Сейчас я вам всех микрофоном по башке настучу. Ага. То есть, смотрите, когда Фокси не активен, то есть мы за него когда не играем, у него бухта закрыта. А раньше она была открыта. Это довольно прикольно. Но это необычно. Да, ты права. Вообще, по идее, как говорят мне подписчики, Бэйби, она, по идее, не убивает. А я успел убить. Я маленький Фокси, я делаю прикольно ручки, хочу юбочку и хочу убивать охранников. Но мне не дают. Черт. Ладно, ты сам напросился. Я сейчас сожгу тебя. Бам! Уже 65 очков. Что, я еще хотел посмотреть за Фантайм Фредди. Как у него загрузка происходит? Точно. Видите, какой-то разряд тока. И они оживают. То есть какой-то импульс по их костюмам, по их нейтронам, по их протонам, блин, микросхемам. Зашибись, блин. Вот эта вот, кстати, загрузка прикольная. Она анимированная. Они встают, знаете, как зомби. Пора убивать охранника. Дай пройти-то. Он и на активе, и на инактиве я не могу выйти. Чё за фак? Почему? Это чё, баг? Подождите. Я не могу выйти, даже когда камера инактив. Видите, смотрите, я застреваю. Почему? Эй! Что за баг, разработчик? У меня Фантайм Фредди выйти не может из своей хаты. Потому что он здоровый, видите, у него башка не пролазит. Нормально. Хорошая игра. Представляете, вы так захотели поиграть за Фредди? Думаете, сейчас я настучу по башке охранника? А хрен там. Вас тупо не проходит, ну, не пропускает через дверной проем. Нам теперь только... Да. Теперь только бон-боном атаковать. Он маленький пролезет. Давай. Пропусти. Убери камеру. Камеру, говорю, убери, чувак. Реально, он, видите, он может вылазить. Это не невидимая стенка. Бон-бон пролезает. Это просто Фредди? Давай, нападай. Это Фредди здоровый. Но раньше он проходил почему-то. Это очень странно. Нет, реально, это очень странно. То есть, разработчик исправляет, говорит, баги. Он вроде бы баги исправляет. Добавил новых аниматроников, но при этом... Забаговал старых. Теперь за Фредди невозможно выйти из хаты. Только Бон-Бон может пролезть. В общем, друзья, большое всем спасибо за внимание. В следующей серии непременно будем подробно рассмотреть нового аниматроника. Это Эннард. Также посмотрим FNAF 4, что там поменялось. Ну, посмотрим, еще, может быть, какие-нибудь новые баги найдем. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун и FNAF симулятор версии 2.0.8. Всем пока-пока!